тишина. У меня голос и так сел, поэтому давайте. Шуметь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас тема актуальная, особенно это касается диаспоры. Мы будем говорить о национальном самосознании и определяющие факторы этого самосознания. Понятное дело, что в диаспоре по-любому, той или иной степени, будут идти процессы ассимиляции. И, кстати, эти процессы с каждым годом усиливаются. И понятное дело, что, что бы ни было, по-любому, то есть от этого может спасти только репатриация, то есть возвращение на родину. Но до этого, то есть вот идешь на родину, не идешь на родину, ты завтра не возьмешь, не поедешь, например. Да? А что делать вот на данный момент? И не все могут этого сделать, да, хотя мы говорим, что все должны этого сделать. Вот. Люди здесь поколениями уже живут. И задают мне много вопросов по поводу того, все-таки, что определяет национальность, что играет то есть решительную роль, как сохраниться, а вообще, или нужно ли сохранить, и какие есть проблемы. Значит, смотрите. Вот лично я родился в советское время. Да, тогда ну, государство было безбожное. Но даже в советской школе мы достаточно хорошо проходили армянскую историю. Мы знали, кто мы такие. Мы знали, почему мы армяне, да, что определяет наше армянство. Вот, и в разговорах, например, даже в это время уже достаточно, ну, могли достаточно, то есть четко мы могли как бы выстоять нашу точку зрения, нашу позицию. Да, потому что, я говорю, было сформировано национальное самосознание. На основании чего? Ну, понятно, в Армении все разговаривают на армянском, то есть об этом и речи нет. Да? Вот, но мы знали очень хорошо нашу историю. Ну, по крайней мере, я знал очень хорошо мою историю. И на основании этой истории у меня уже сформировалась определенная как, точка зрения. Вот. И как раз эта история отчасти помогла мне прийти как к Христу. И приходя к Христу, уже ты понял, что твоя национальность невозможно представить без христианства, как и христианство не могу представить без моей национальности. Поэтому и не случайно, что армян в древние времена, армяне сами себе называли как? Не просто армянами и христианами, а армяне христианами, ай христоне. То есть они не видели ни в том, ни в другом состоянии себя. То есть это было совокупное понимание. Да? То есть это уже постсоветское время. Но что начал твориться, например, у нас ну, ближе к нам диаспоре? Вот, диаспоре как раз все эти вещи начали потихоньку смываться. А именно, то есть основная часть молодежи не знает свою историю. Ну, не знают, люди не знают. Вот. Люди сидят в Инстаграме или где-то там ВКонтакте или в других социальных сетях, смотрят всякую, там, не знаю, желтизну, но вот свою историю не знают элементарно. И люди, ну, языка не знают, это понятное дело, там уже все меньше и меньше людей разговаривают на армянском языке, да. И не знают, и не имеют религиозное самосознание. То есть они знают, что да, там, они принадлежат армянской церкви, да, но что это за церковь, какую роль играет эта церковь, какую роль должна играть в их жизни, в личной жизни, они об этом ничего не знают. Поэтому и не случайно, что люди очень быстро попадают под влияние разных чужих религиозных течений.
Почему? Потому что вот теряется иммунитет. А вот что определяет прежде всего этот иммунитет, как раз поподробнее мы поговорим. Значит, смотрите, ну вы знаете, периодически к нам ходят люди, ну обращаются, то есть помощью, чтобы мне помогли, дети которых попали в разные секты или поменяли религию, и так далее. Да? Ну, почему так происходит? Я не говорю с осуждением, а как раз я говорю так, чтобы мы были готовы и могли искать пути решения проблемы. Ну, я как сказал, то есть люди, особенно молодежь, оторваны от своей истории и от своей религии. До сих пор думали, что самое главное – это язык. Но уже в 21 веке, да и не только в 21 веке, понятно стало, что язык уже идет на второе место. То есть незнанием языка определяется прежде всего национальность. Да? А национальность определяется как раз другими вещами, а самое прежде всего это религиозное самосознание. Вот это самое главное. А мы до сих пор в диаспоре хотим тупо учить язык. Вот. Мы хотим постоянно, то есть все должны знать армянский, все должны знать армянский, все должны армянский. А что это армянский дает тебе, если ты, во-первых, на этом языке не разговариваешь нигде. Ну, дома давно разговаривают на русском, на работе на русском, на учебе на русском, на улице на русском. Везде разговаривают на русском языке. И сам себе учишь этот язык, но внутри твое самосознание не меняется. Ты просто тупо зубришь какой-то язык, да? Ну, армянский, может, другой язык. Вот. То есть язык уже в этом не помогает. То есть те парни, с которыми я разговаривал, которые приняли ислам и поехали воевать против армян, например, в Сирии, они свободно разговаривали на армянском языке. Даже легким там ереванским акцентом. Да? Вот. То есть отлично разговаривали на армянском языке. Но это им не помешало принимать чужую культуру, чужую религию. Вот. Казалось, если язык там на первом месте, они должны были быть там четкими армянами. Но нет, оказывается, нет. И наоборот. Здесь есть много людей не армянской национальности, которые приняли вероисповедание армянской церкви. Вот эти люди как раз более близки к армянству, чем те люди, которые предали свою религию, но стали предателями. Вот. То есть мы начинаем понимать, что сейчас самое главное – это именно религиозная принадлежность, религиозное самосознание. И как раз если ты себя чувствуешь чадом армянской апостольской церкви, не то, что там идешь, там свечку ставишь, там или молишься иногда, или участвуешь на праздниках, а ты познал Христа через армянскую церковь и идешь за Христом. То есть ты Христа принял в своем сердце и готов идти до конца. Да? Потому что суть христианства в этом. Да. Вот. Вот если ты такой, да, тогда тебе ассимилировать невозможно будет. А остальное уже сам по себе получится. То есть и язык, и культура, и история. Потому что невозможно быть армянином-христианином, да, и не захотеть изучать язык. Ты будешь ходить в храм на службу, там вообще на древнеармянском идет. Да. Вот. Поэтому те, которые действительно верующие люди, они читают вот, литургию как раз на переводе. И на основании этого и начали научить уже армянский язык. То есть читают на транслитерацию, там на русском, на армянском переводами. Вот. И люди начинают язык автоматически учить. И начинают учить историю армянскую, и потом начинают читать отцов армянской церкви, например. Да? Культуру армянской церкви, культуру вообще Армении. То есть люди начинают это принимать. А с чего это все началось? Все началось с религии. Потому что самый большой стимул и мотивация вообще жизни человека – это религиозная. Если этого нету, ну, что хочешь учи, что хочешь читай. И в факте как раз говорит об этом.
факты как раз говорят о том, что без религиозного самосознания мы обречены на ассимиляцию. Мы живем в мультикультурном обществе. Тут пусть переплетаются в России разные религии, разные течения, всякие секты, всякие учения, всякие народы. Да? И ты вынужден общаться с ними, ты не можешь изолироваться от всех. Если нет у тебя твердых убеждений, то, конечно, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь, тем более, что эти люди активно работают, чтобы тебя оторвать от своего религиозного самосознания. Вот. А если у тебя и с самого начала их нету, тогда вообще делать нечего. Поэтому я и говорю, язык отошел на второе место. Самое главное – это вера. Если есть вера, тогда мы можем перебороть трудности. Если нету, тогда ничего не получите. В принципе, ничего и не получаете. Вот. То есть тактика тупо учить всем язык, эта тактика уже больше не действует. Ну, человек жил как попало, ругался на русском, например. У него русский мат учил, армянский язык, начал ругаться на армянском. Что изменился в жизни этого человека? Ничего не изменился. Верно? Каким был балаболом, таким и остался. Вот. Поэтому вот надо эти вещи понимать и осознать. Не будете осознать, ну, ничего не получится. Ничего не получится. Еще, кстати, можно смотреть на вот, учиться на опыты, вот, например, у евреев. Да? Вот я достаточно 20 лет здесь работаю, общаюсь, дружу там, с очень многими людьми с еврейской национальности. Знаете, до сих пор не знал, не видел ни одного, который разговаривает на иврите. Ну, люди не знают иврит. Но они четко знают, что они евреи. Вот они четко знают. И у них есть религиозное самосознание, что они Богом избранный народ, почему они евреи, для чего они евреи. А многие уже и начинают язык учить на основании этого. А у нас и дома многие разговаривают, и этот, но поскольку нет у нас самосознания религиозного, очень быстро принимаем всякое чужое. Вот. И не надо удивляться, почему вот так получается. Вот, потому что если дома мы так не воспитываем своих детей, а сейчас многим некогда, все работают, да, никто не следит, чем занимается ребенок этот. Да если и следишь, не можешь сейчас уследить. Это надо было начинать с самых то есть маленьких, самых ранних вот, времен, да, то и ничего и потом уже контролировать не получается. Ну и ты не можешь, будучи атеистом, не можешь сказать своему сыну или дочке, знаешь, что да, я Богу не верю, но ты обязан верить в Бога, потому что наша церковь типа такая всякая хорошая и все такое. Он говорит, ну, там, мама, папа, если вы не верите, если такая хорошая, почему тогда вы не ходите, вы не верите? Да? С какого стати я должен? Это то же самое, ты дома сидишь, куришь при маленьких детей, а своему сыну ставишь угол, потому что поймал его сигареты. Ну, ты же пример давал уже с самых ранних лет. Да? Зачем наказывать, если ты сам? Вот, так делаешь. Поэтому, в принципе, основная часть курильщиков, они как раз выходят из курящих семей, то есть там, где дома курят. Вот. То же самое. То есть должны стать примерами обязательно. Пока не станем примерами, наши дети нас слушать не будут. Это раз. Пример как бы евреев уже привел. То есть вот люди, например, на верном пути. Они понимают. Они понимают проблему, суть проблемы понимают. И еще многие говорят, главное бить, не надо, говорит, объединять религию с национальностью. Это разные вещи. Но вот как раз время показывает, что нет, это не разные вещи. Об этом знали наши древние, то есть и правители, и руководители, и отцы церкви, и церковные деятели. Отцы делили людей, например, по территории проживания, по национальности, по религии, сказал, что без религиозности, то есть любая нация исчезает. Вот. Возьмите Каанагирк, например, закон, читайте Мхтарь Гоши, он там четко говорит об этом. То есть если кто-то женился на иноверце,
поменял свою веру, все, он теряет свою национальность тут же и извергается из армянства. То есть люди тогда еще знали. Поэтому сказать, что главное быть типа армянином, а что там главного остается? Например, если армянин принимал ислам и называется уже там не армянам или не знаю кем-то, а там какой-то абумаджит или не знаю что, что остался армянского. Он полностью отвергает уже весь этот культурный пласт, вот весь, всю историю, которая вот его добил до этих наших дней. Он полностью все отвергает и переходит в другую сторону. Поэтому он ничего хорошего уже для своей национальности, для своей нации делать не будет. Он уже принадлежит чужой культуре, он для этой культуры будет стараться. И сколько бы такие люди себе назвали бы армянами, они уже не армяне. Они уже не армяне. Потому что если ты уже принадлежишь кому-то другому, как ты можешь еще и принадлежать? У человека не бывает двух матерей или двух отцов. Вот. Если были бы армянами, остались бы в армянстве. Я несколько примеров приведу. Например, смотрите. Вот была война в Югославии. Да? Там воевали, воевали между собой люди, принадлежавшиеся одной национальности, но имея разное вероисповедание. То есть и вот эти косовцы были сербами, и этнически эти сербы, то есть христиане были сербами, да, и хорваты сербы, просто католики, и они начали друг друга резать. Чисто из-за чего? Из-за религии. То есть у людей религиозная принадлежность всегда берет верх, когда дело доходит до таких споров или до таких конфликтов. Ну или возьмем турецких яничаров. Ну, кто они были? Турками, ни одного турка не было среди них. Все были взяты из разных народов. Русских, армян, сербов, болгар, евреев, грузин, кого угодно. Взяли с маленьких лет, воспитывали как элитные войска, как раз турецких султанов. Они потом резали своих же. Вот. Национальность чистая, там, генетически чистая. Вот серби убивали сербов, армяне убивали армян и так далее. Вот. Будем их считать, то есть... Будем делить религиозную принадлежность от национальности, ну или поближе к нам подойдем. Вот смотрите, в Нагорном Карабахе есть такая деревня Тох в Гадрутском районе. В конце 18 века часть населения приняла ислам, ну отуречились, да? Но жили до 80-х годов вместе. Они прекрасно знали, что их предки армяне. Они этнически были армянами. Да? Но когда началось движение, они начали воевать против своих же собратьев. Вот. Армяне, армяне. Говорят, почему вы делите, говорит, армян по религиозности, по религии, по этому. Вот поэтому и делим. Чтоб ошибки не повторяли. Вот. Или во время освободительной борьбы, тоже в 18 веке, там Давид Бека. Вот, был же там мелик такой, называвший Давид Турацов, который принял ислам всей своей семьей и начал воевать против армян. И когда он попал в плен во время войны, что Давид Бек с ним сделал? Он его вел в церковь 12 дней, он на коленах повторял, то есть свет веры просветителя и горе мне вероотступнику, а потом казнили. Вот. Притом свет веры именно просветителя, то есть он подчеркивал Давид Бек, что ты свет веры, который принес нам, то есть Григорий Просветитель, да, ты вот предал. Предал и горе мне, вероотступнику. Чтоб это было еще и пример для всего народа. Что он, если вероотступник, он не может быть армянином. Понимаете? Человек осознанно предал свою веру, пошел воевать против своих. Вот о каком армянстве идет речь. Там голова серых волков, по-моему, 90-е годы был армянином этническим. И что? Он армянин? Он же против нас воевал. Или там премьер-министр Турции, там, не помню каких годов, там, вот, тоже был этническим, генетическим был типа армянином. Армянин, конечно, нет. Понимаете? Не гены определяют нацию. Нацию определяет религиозное самосознание. Прежде всего.
Нет этого, ну, значит, ваше армянство до поры до времени. Господь не просто так нас сделал первым христианским народом. Значит, какие-то надежды возлагал на нас. Если мы этого не оправдываем, ну, тогда мы недостойны, тогда мы обречены на ассимиляцию. Вот это осознать надо. Поэтому, когда многие родители думают, что, ну и что, ну то есть вот мы такие, типа, мы такая традиционная семья, такими патриотичными, вот мы своих детей воспитываем под такими типа, патриотичными, и даже воскресную школу дали. А как получилось, что они ислам приняли? Ну, вы самое главное не дали. Вы самое главное не дали своим детям, вы не дали Христа. Вот. Ну, поэтому они, вот, пожалуйста, пошли и приняли то, что им преподнесли на тарелке с голубой каемочкой. Вот. Поэтому вот надо делать выводы и думать об этом. Ну, что касается, наверное, могут возникнуть вопросы, то есть, вот про хамшинских армян, да. Ну, их, во-первых, не надо путать, то есть те хамшинские армяне, которые живут на территории России, они вообще-то христиане. Мы говорим о тех, которые, то есть, приняли ислам и живут на территории Турции. Ну, идите спросите, они себя не считают в основном. Больше 80%, 90% они себя не считают армянами. А если они себя не считают, зачем я их должен считать армянами? Более того, после вот всех этих событий, освободительной борьбы, войны и все, многие из молодежи начали попытаться возвращаться к своим корням. Ну, учить, например, ну, язык, религию, хотя язык они и так на каком-то армянском диалекте смешанный с турецкой разговаривают, вот. Поэтому тут даже дело не в языке, дело опять в религии. Они начали, многие приходили, начали креститься, там креститься, здесь креститься, да. И старое поколение враждебно относилось к этому, кстати. Ну почему? Потому что для них уже все, пророки — это Мухаммед. Они уже оторваны, они уже себя не чувствуют армянами, поэтому их не интересует, что творится в Армении. Они там, и в сердце не болит, или они не болеют за Армению там. Их это не интересует. Они уже спокойно живут, уже несколько сот лет спокойно живут в таком состоянии. Поэтому говорят, что вот у нас там очень много армян. Там нет армян. Там есть люди, которые меняли свою веру, и оторванные от армянства. Да, мы будем рады, если они вернутся. Никто не говорит, что если они, да, примут Христа, придут к нам, мы их там не примем. Да? Но эти люди в основной своей части этого не хотят. А пока не хотят, тогда делать нечего. Мы будем, да, усилены, может, все больше и больше, потому что, я говорю, есть все-таки тенденция такая, да. Но считать, сказать, что вот, там так много, там нету так много, то есть, таких хамшинцев. Там несколько десяток тысяч всего-навсего. И вот говорить, что там те, которые говорят, что миллионы армян там от туреченных живут, они как раз реализуют турецкую политику. Потому что турки говорят, что никто вас не резал, вы просто приняли ислам и все. Поэтому вот говорить такие вещи — это очень большая ошибка. И в чем разница тогда тех 1,5 миллиона армян, которых убивали из-за того, что они не хотели менять свою веру, и с этими? То есть они ничем от друг друга не отличаются, получается. И те армяне. Те вообще свою жизнь дали за Христа и предпочли умереть, чем принять чужую религию. А остальные охотно приняли и живут, их никто не трогает. И что они будут делать для Армении, например, если вдруг что-то случится? Ничего, наоборот, будут воевать. Будут воевать и воюют, в принципе, до сих пор против нас. Вот в Сирии воюют, в других местах воюют. Хотя, да, гены у них армянские. Поэтому прежде чем говорить такие вещи, надо думать. Не надо всех там под одну гребенку. Армянин тот, который чувствует и понимает, что его родина по-любому это Армения. В конце концов, он готов, если надо, идти воевать за свою родину. Который имеет вероисповедание именно армянской апостольской церкви.
который имеет вот это вот совокупность всего этого национального самосознания, который определяет его национальное самосознание. Без этого армянства нет. Во время Тиграна II в Армении жили там 40-50 миллионов населения в Армении жило. А сейчас сколько армян по всему миру? Ну, не больше 10 миллионов, хотя, думаю, ну, где-то 8. Да? То получилось, что мы как-то, то есть, не росли в течение 2000 лет. Нет, просто ассимилировались. Просто ассимилировались, и не всегда это было насильно. Вот в Польше жило 500 тысяч, полмиллиона армян. Полмиллиона армян – это средние века в Польше. Что, предлагали льготные условия, освободили от налогов, все хором приняли католицизм, и все, и нету уже этих армян. Вот. Ничего не сделали. Но ведь и сегодня, по сути, то же самое происходит, ну, да? А я что говорю? За экономическое благосостояние многие наши содействующие, ну, не осуждая, скажем, готовы спокойно отказаться и от христианства, и от всего. Религии, да, и там выбирать то, что наиболее выгодно. А потом говорит, да зачем мне это христианство, от некоторых слышишь, да? Говорит, и мне самое главное, чтобы семья была сыта, ребенку домой хлеб приносить. И вот такие вещи произносят. И это, ну, очень понятно. Больно слышать на самом деле. Нет, ну люди думают животом, это понятное дело. Но я и говорю, вот эти процессы были всегда. Поэтому почему за 2000 лет наше количество наоборот, то есть не прибавилось, а наоборот убавилось. Это не означает, что всех убивали, убивали. Нет, люди просто вот обогащали генофонд других национальностей. Вот. И не обязательно там, например, считать это только исламизацией. Ну да, больше всего, конечно, навредил нам ислам, идея исламских государств, да, которые нас окружают. Многие стали греками, приняли греческую веру, стали греками. Даже когда предлагали бить, то есть переехать в Армению, они отказались, сказали, нет, мы скорее станем грузинами, чем поедем в Армению. Поехали в Грецию, обогащают греческий генофонд. Ну и так далее. Не говорю уже о России, о других странах. В Европе сколько армян ассимилировалось вообще? Миллионы. Почему? Ну, потому что, вот я говорю, им предлагали более удобные условия жизни. Да? И они за деньги, фактически за это временное благосостояние продали свою веру, продали память своих предков, продали все. Ведь если вот нас взять, ни у одного, наверное, нету, не найдется такой человек, у кого-то, то есть в роду кто-то не пострадал за Христа, кто-то не умер за свою веру. Таких людей фактически нет среди армян. Да? Вот. А мы вот это все забываем и предаем. То есть мне тот огромный, вот огромный пласт нашей культуры, нашей истории, который на наших плечах, который мы должны передать нашим детям, мы просто вот берем и выбрасываем из-за каких-то мимолетных интересов. Но я говорю, еще раз повторяю, что основная причина – это отсутствие религиозного самосознания. То есть это отсутствие того, что ты христианин. А когда я говорю христианин, это не означает, что ты ходишь там, свечки ставишь, или там иногда молишься, или яйца красишь, или воду святую набираешь. Нет. Быть христианином – это то, что написано вот в Новом Завете, то, что Христос говорит. Без христианина это идти до конца за Христом и стараться всеми своими усилиями уподобиться Христу в этой жизни. Вот это означает без христианина. Вот наши деды и прадеды так жили. Поэтому мы дошли, да. Иначе нас не было бы. Иначе нас не было бы. Многие говорят, вот христианство, говорит, ослабило нас и все такое. Были бы язычниками, были бы сильным народом. Ну, это говорит просто о безграмотности людей, потому что если Армения не приняла бы христианство, они все вот сейчас бегали бы обрезанными, эти люди. Потому что именно христианство сохранило нашу национальность, хотя бы, даже я не говорю о духовных вещах, просто вот что делала церковь армянская, это вот сохранило нас как народ, как нацию. Ну, в 451 году, да, вот приняли бы язычество, например. Да, вот пришли персы, сказали, мы же братья, давайте примите, за растрезвим, будем жить так же. Да? А потом пришел ислам. А по исламу могут жить с мусульманами только народы Писания, то есть иудеи и христиане. А язычники или должны быть уничтожены, или должны принимать ислам. Да? И тогда мы вместе с персами приняли бы ислам, и растворились бы, исчезли бы, в принципе. Вот и все.
Только тот факт, что тогда мы сопротивлялись и не пошли на поводу, да, вот сохранило нашу национальность. Ну и потом арабы пришли, потом византийцы пришли, потом турки пришли, монголы пришли и так далее. И только за счет своей религии мы могли сохраниться и дать отпор периодически. Иначе ничего не было бы. Ничего, мы здесь не были бы собраны, не говорили об этом. Да, мы жили, может быть, счастливы, но у нас были бы другие имена, другая национальная принадлежность, там, совсем другие понимания жизни. А может, сегодня стоит о той опасности говорить, что вообще угрожает исчезновение христианства, да, его полностью, так скажем, разложение, потому что век цифровизации идет, глобализации, экономики. И везде мы смотрим, где вот, если христианская церковь еще доминирующей силы присутствует, ее пытаются каким-то образом нивелировать, убрать, будь то Грузия, будь то Украина, ну, будь также Армения, вот, в целом угроза христианству идет. Ну, угроза была всегда, но Господь же сказал, что буду основать церковь мою, и врата ада не одолеют. По-любому, то есть христианство будет стоять до конца. Сегодня она наиболее защищенная. Война против христианства, конечно, идет. Особенно против нашей церкви. И последние события вот в Армении как раз показывают, что опять начинаются гонения против церкви. Но, понимаете, по-любому христианство распространяется. То есть, если христианство отступает на Западе, то христианство огромными шагами распространяется на Востоке. Если многие думают, что вот в Европе принимают ислам, то в самих исламских странах многие принимают христианство. Просто там принимают тайно, потому что если ты официально будешь заявить, тебя могут просто убить. Потому что в многих мусульманских странах за смену религии просто это смертная казнь официально. Как Саудовская Аравия, Пакистан, Иран и так далее. Вот. Тут типа светская страна, но там просто так убьют. Вот. То есть, понимаете, но там очень многие люди принимают христианство. Очень многие люди принимают христианство. И их количество с каждым годом растет и растет. То есть просто люди меняются регионами. То есть идет экспансия, например, ислама на запад и идет экспансия христианства на восток. В самом Китае каждый год печатается 20 миллионов Библий. Вот. Это очень большая цифра. В Индии очень многие принимают христианство. В Юго-Западной Азии принимают христианство. То есть мы пока вот в таком состоянии. То есть мир кипит. Да? И религия все больше и больше играет в этом роль. Вот в ближайшие 10 лет этот роль еще больше будет усиливаться. Поэтому и борется против армянской церкви. Почему? Потому что надо ослабить, чтобы окончательно разложить народ, окончательно победить. И, конечно, мы ни в коем случае не должны уступать, ну, потому что не для этого мы 2000 лет боремся, чтобы в конце времен все это потерять. Да? И не для этого Господь нас столько времени сохранил, чтобы мы все это потеряли на самый ответственный момент. То есть мы сейчас живем очень трудные и очень ответственные времена. Мы это должны знать. Есть вопросы? Есть вопросы. Вот, например, здесь как раз пролистывают ленту Фейсбука, и наши армяне с удовольствием делятся. Пускай некоторые даже меня узнают, поскольку у меня подписчики в друзьях. Далай-лама сделал цитату: «Миру нужна не религия, а образование». Ну да, конечно. Какое образование? Буддистское? Нет, вот просто интересно, ну, понятно, что наши всем чуждым сразу делятся, не цитатами наших отцов. Мы любим этого, да, потому что в течение вот больше 600-700 лет мы постоянно были на чужбине, и у нас вырабатывалось такое свойство, то есть любить все чужое. Всегда чужое и вкуснее, и красивее, и хорошее, и приемлемое. Вот. А наше нет. Вот это у нас, к сожалению, есть. Поэтому вот всякое чужое более охотно берем, чем свое. Вот. Ну, я говорю, это по связи с вот определенными вот, то есть историческими событиями, обстоятельствами, это есть, да. Но мы, зная об этом, мы должны против этого бороться. А не Далай-ламу
Далай-ламой делиться. Вот. Далай-лама нам по головке не погладит вот, за это. И от этого нам ничего хорошего не будет. Вот. А Далай-лама тоже один из винтиков вот этого глобального механизма разложения, то есть национальности и уничтожения христианства. Ну, поэтому, можно, конечно, Далай-лама там не скажет, что... Можно одно лишь сказать как раз в его выступлении. Он один раз говорил о том, что если вы рождены в конкретной религии, оставайтесь в ней. И у нас, я знаю, двоих, как минимум, людей, которые раньше, ну, буддизм был близок, они слушали, и они после этого стали интересоваться. Да, и вот... Ну, а я знаю, во время Великой Отечественной войны элитные подразделения СС как раз монахи буддийские возглавляли. Это как бы не то, что мы сейчас вносим какую-то дисгармонию, но стоит подчеркнуть иногда влияние той или иной религии или религиозной группы на мировые процессы. Ребята, буддизм – это закрытая религия. То есть это не та религия, которая в книжках написана, раздают и через интернет проповедуют. Это абсолютно другая религия. Вот то, что они проповедуют, это для лохов. А то, что они делают на самом деле, это уже для особо посвященных. Потому что языческое, фактически языческое учение, это даже не религия, потому что там нет понимания Бога как личности. Вот. То есть это вообще совсем другое учение. Ну, если кто-то хочет стать буддистом, да, дело не в этом. Вот. Я просто хочу сказать, что ну, Далай-лама уж совсем далек от нас, чтобы там, где Гималай, где Аляска и Нагорье. Да. Где их понимание мира, где наше понимание мира. И все богатство нашей культуры будем менять на каких-то буддистов, которые в кошек и собак превращаются. Ну, надо немножко быть все-таки серьезным. Вот. Я говорю, буддизм – это не та религия, которая проповедуется официально. Буддизм – это закрытый культ языческий, где до недавних времен практиковались человеческие жертвоприношения. Это просто скрыто, вы не знаете. Думаете, что вот буддисты такие хорошенькие, миленькие, лисенькие, там эти монахи. На самом деле нет. От каждой религии можно что-то хорошее и полезное взять. Вот, вот есть эти единоборства. Вот буддисты такие миролюбивые, а целый там список там, единоборств создали. Не знаю, все эти восточные единоборства кто создал? Буддийские монахи создали. Да? А как получилось, что там на муравьев не наступали, а учили технично убить людей? Вот. Нет, но это хорошо. Это хорошо, когда занимаются этим, потому что это все-таки воспитывает мужество, там, храбрость, навыки, самоконтроль и все такое. Но это не означает, что если я занимаюсь там ушу или карате, я должен обязательно стать буддистом или синтоистом. Понимаете? То есть хорошее я беру, а все, что касается моей религии, сохраняю. Вот. То есть мы берем технику, а не мировоззрение. Да. Вот если йогой будете заниматься без поклонения там, индусским богам, хотя если это так получится, ну попробуйте. Но очень скоро почувствуете, что ну, что-то не то. Или должен поклоняться там Вишну или кому-то еще, или Кришну, или оставить занятие йогой. Ну, вот. Есть вопросы? Конечно. Есть вопрос. Те армяне, которые крещены не в армянской апостольской церкви, а в других армянских церквях, есть евангелическая армянская церковь и армянская католическая. Они тоже ассимилируются, получается? Ну, больше всего, ну, они тоже так же ассимилируются. Почему? Ну, потому что, ну, для католиков кто глава? Папа Римский. Они за кого будут больше болеть? За свою Армению? Ну. Постольку-поскольку, да? Да, папа скажет, если папа скажет не болеть, они не будут этот, от этого болеть. Вот. То же самое, евангелические церкви контролируются из Америки, из Европы, вот, отчасти. Тоже они, у них западные ценности, западное мировоззрение, которое как раз с нашими совпадает. И интересы тоже разнятся. Поэтому, например, эти люди, почему они не идут в армию? Ну, потому что у них совсем другое мировоззрение. Им неинтересны те ценности, которые защищаются в Армении.
они нашли другие ценности. Да, они христиане, они наши братья и все такое, но они уже обречены на ассимиляцию. Все, рано или поздно они будут ассимилироваться. Я говорю, вот, в Польше же было, приняли католицизм, все, исчезли. В Западной Армении приняли как раз грекославие или протестантизм, тоже исчезли. Нету их. Поэтому здесь есть армяне, например, которые ходят в русскую церковь, говорят, мы армяне, и такие, да, ну, из русской церкви. И говорю, вы пока, а ваши дети уже не армяне, все. Ребенок твой вырастет, будет спрашивать, почему, если я армянин, не хожу в армянскую церковь. Потому что армянская церковь неправильная. Ну, если армянская церковь неправильная, значит, армянский народ тоже неправильный. Зачем я должен себе считать армянином? Ну, на самом деле. А это же все логично. Армянской церкви нету. Что? Я рос вообще в атеистическом государстве. Армянская церковь ходить не то, что нету, запрещено было. Но сохранился же. Можешь в интернет зайти, можешь читать. Не обязательно прямо зайти в церковь, там свечку ставить именно армянскую, чтобы оставаться как бы христианином армянской апостольской церкви. Ты можешь год один-два раза поехать причащаться в армянскую церковь, например, да? Но все армяне год один-два раза едут в Армению, например, да? Вот, то есть не обязательно, чтобы вот прямо у тебя за переулком стояла армянская церковь, хотя это, конечно, желательно. Но это уже зависит от общины тоже. Вот сколько армян, церкви не хватает, священников не хватает, многие говорят, вот церковь не делает. Священнослужителей по всему миру в армянской апостольской церкви 800-900 человек. Понимаете, какая никчемная цифра? А мы хотим, чтобы только в огромных пространствах России там вот пошла там широкая проповедь, все такое. А мы сейчас что делаем? Вот проповедую, пусть слушают. Если я какую-нибудь там тупую картинку кинул бы на мою страницу, все лайкнули бы там, 300-400 лайков собрал бы. А сейчас посмотрим, сколько человек будет лайки ставить. Ну, 30-40 человек, всем остальным неинтересно, только жалуются. То есть так же на самом деле. Ну, да. А церкви нет, дайте нам церковь. А церковь дали, нет, в церкви должен ресторан еще построить. Ну, сейчас на фоне чего конфликты идут вот, в общинах? Потому что пустили бизнесменам строить церковь. А бизнесмены о чем думают? Только о деньгах. Они сделали, копейку клали, должны обязательно возврат получить. Возврат не получают, значит им церковь не нужна. Вот. С такой психологией барыгской, да, психологией невозможно духовную жизнь развивать. Да. И чтобы быть чадом армянской церкви, не обязательно иметь церковь. Вот. Сейчас я говорю, интернет как мешает, так и очень помогает. Можно и в интернете иметь это все. Вот. Можно общаться. Общаемся же, мне очень многие люди пишут каждый день, я каждый день отвечаю на вопросы, со всего мира пишут. У этих людей, у вас в основной части как раз этих людей нету, да, в городе или поблизости армянской церкви. Но мы общаемся, не держимся. А вот. Раньше таких возможностей не было, и письмо написал, через 2 месяца там письмо дошло до другого города. А сейчас есть много возможностей, чтобы это сделать. Ну, надо просто иметь желание. К сожалению, вот желания нет. А требований много. Вот. Люди не дают своих детей, например, чтобы они стали священниками. Да? Они захотят, чтобы стали юристами, врачами, банкирами, кого угодно, но вот чтобы стали священниками. И не, ну почему? Ну, они этого не чувствуют, не нуждаются. А потом требуют священника. Откуда? С воздуха же священника не даст. Другое дело, если община там собралась, там кого-нибудь отправила, там, чтобы он учился и все такое, чтобы уже пришел. Вот. Нет уже этого. Этого нет. Да и даже элементарно насчет нашего, я тоже хотел бы в прямом эфире это затронуть, братство, да, вот здесь собираемся, молодежный союз Мурнаш, да, вот люди кушают, пьют, едят. Например, некоторым неудобно здесь собираться, или что-то принести, что-то, допустим, приготовить, или поделиться. Он лучше пойдет один в Райкенплаза, покушает и вернется потом сюда. Он и там себя комфортно чувствовать хочет, и здесь. Как бы личное дело человека, понятно, что у кого-то болезни, у кого-то еще что-то. Мы даже, так скажем, внутри церкви достаточно, так скажем, не объединенные. Ну, на основании каких-то общих целей. Если мы внутри имеем проблемы, то внешне, конечно, будут проблемы еще. Ну, сколько человек было в церкви? 400-500 человек, а сюда приходит сколько? 50-60 человек. Ну, пусть 80 в лучшем случае. Ну, иногда 80-100 придут. Вот, то есть людям неинтересно. Если было бы интересно,
люди пришли бы. Нет, просто, наверное, стоит каждый раз нам тоже заострять, что как бы все, что вам рассказывается, все, что нам это, нам не столько благородные и благодарные уши нужны, сколько это рассказывается вам для вашего спасения души. Ну, конечно. Это же не, как сказать, мы не работаем здесь. Или не рабочее время тратим, не зарплату получаем. То есть не зарплату не получаем, и это для вас делаем, не для себя сделаем. Ну, для себя сделаю так, что ну, как бы я делаю как христианин, да. Вот. Поэтому, ну, давайте этим закончим. Еще. Давайте, ладно. Конечно, конечно. Ну, конечно. А что от сектантов взять? Они себя не чувствуют, их не интересует, по большому счету, судьба своей родины или там, где они живут. Они пойдут, если что-то случится, пойдут в другом месте, будут жить, ходить в свои эти секты или протестантские церкви. Им же не интересно. Мне их очень мало. Их очень мало. Я же только что сказал, что сектанты в основном, наоборот, отказываются поехать в армию или служить в армии. Вот. Идеология другая. И язык тут ни при чем. Лично мне один сектант из «Слова жизни» говорил, что если вдруг начнется Армении война с Турцией, то он никогда в жизни не поднимет оружие, зная, что на передовой могут быть его братья из «Слова жизни». Ну, и даже вообще не возьмет, вдруг из 100 человек будет один его брат. И поэтому он это оружие не возьмет. Поэтому нужно понимать, сектанты для нас польза или вред. Он точно попадет в него. Понятно. Но, понимаете, я еще раз говорю, у этих людей есть преимущество то, что они живут в Армении. Это единственное преимущество. Но это преимущество они используют во вред. Потому что я говорю, их не для того, их не для того тянули вот в это движение, чтобы усилить в Армению. Наоборот. Вот эти все организации пришли в Армению для того, чтобы ослабить Армению. И если ты ходишь, ты стал свидетелем Иеговы или стал там каким-нибудь членом, ну, членом какой-нибудь другой секты, да, ты этим ничего хорошего в Армении не делаешь. Да и христианству тоже целиком не помогаешь, потому что ты исповедуешь христианство в искаженном виде. Вот. Если ты думаешь, что да, ты, ну да, ты христианин, но и не тот христианин, которого ожидает от себя Христос. Вот. Вот в чем дело. Поэтому я говорю, поговорите с этих людей, я постоянно общаюсь с ними. Вот. Эти люди потихоньку-потихоньку отчуждаются от своей культуры, от своей страны, от своего самосознания. Да, они говорят, прежде всего для нас Христос, для меня тоже прежде всего Христос. Да? Но тот же самый Христос мне родил армянином, мне сделал армянина. Почему? Потому что я имею определенную миссию в этой жизни. И наш народ имеет определенную миссию, определенную ответственность. И если мы то, что Бог нам говорит, не делаем, а мы считаем, что мы христиане без того, что Бог нам велел сделать, значит, это противобожное христианство. Вот в чем дело. То есть искаженное христианство. Вот в чем дело. Поэтому я говорю, человек, который осознает себя чадом Армянской апостольской церкви, не просто номинально, а именно всем сердцем, вот этот человек будет стоять до конца. А человек, который в разных сектах, ну, до поры до времени, его дети точно не будут. Вот его дети точно не будут, потому что он своих детей не будет воспитывать в этом духе. Он будет воспитывать вот в другом духе, в духе протестантизма, например. Что еще? Получается, если армянин, этнический армянин, но приверженец, пусть даже другой конфессии христианской, он уже не армянин,
А очень часто любят, ну как бы особенно вот какие-то вот когда статьи читаешь исторические и вообще, что любят наши говорить, когда вот царица Анна, она была армянка, вот она Россию там принесла. Получается, она же была византийского толка христианка. Получается, ну, этнически, может быть, она и была армянкой, но она по вере была византийка. Получается, она не была армянкой. Ну а что она делала для Армении? Вот лично она что-то сделала? Или его отец? Ну, просто почему тогда, ну, тогда или патриарх, который тоже по национальности был армянином, который крестил их там в этом в Херсонесе или где-то там в Крыму. Вот, ну, огромное количество византийских ну, полководцев и императоров были этническими армянами. Но от многих мы получили только вред. Как раз от основной части мы получили вред именно, а не пользу. Вот. Но они были этническими армянами. Ну вот турецкий премьер-министр тоже был армянином этническим. Что от этого мы получили? Ничего не получили. Понимаете? То есть религиозность определяет. А не гены. Ну и что гены? Гены это как, ну, тебе какой-то багаж дали. А если этот багаж ты не используешь, этот запас ты не используешь, наоборот, используешь во вред, ну, что лучше, чтобы этого не было вообще. Вот. Есть еще? Да, еще есть. Потому что как-то мне доводилось общаться с католическим священником, ну, как бы, как те армяне, которые католики. Ну. У нас московские. Вот. И он сказал такую вещь. Ну, вот мы-то соборные, говорит. У нас вот есть все национальности католические. А вот вы, апостольская церковь, вы чисто национальная церковь. Вы даже проверяете, как бы, если кто-то другой придет, там русский, например, в армянскую церковь, будете спрашивать, а зачем он сюда пришел? А наши же действительно спрашивают, а зачем вот он сюда пришел? Они его ну, дополнительно спрашивают, как бы и потом только принимают. То есть вот как бы он утверждает, что мы национальная церковь, и мне как бы это как ну и что тут, что тут такого? Ну, не национальная, но у нас сколько вот людей как раз не армянской национальности здесь сидят. Вот. Даже здесь. Даже здесь сидят. Очень много людей не армянской национальности, но чады армянской церкви. Но если национальность вот. Не определяет вообще, если суть не национальность, почему неохотно крестят да. Людей другой церкви? Неохотно крестят, почему? Потому что наша церковь еще настолько слаба, что боится. Вот когда церковь усилится, уже церковь не будет бояться крестить другие национальности. Когда человек, когда церковь ослабевает, он всегда замыкается внутри себя. Да и любое общество. Потому что есть неуверенные. Они говорят, ну, хотя бы сначала своих, а потом других. То есть, да? Но церковь, как начинает усиливаться, уже другие люди начинают подтягиваться к ней. И что мы сейчас видим? То есть то, что вот люди разных национальностей ходят к нам, да, это говорит о том, что в нашей церкви есть тенденция все-таки к усилению. Вот. Пройдет поколение, пройдет еще несколько лет, и церковь более свободно будет принимать людей другой национальности. Потому что эти люди отчасти также усиливают нашу церковь. Вот. А когда ты замыкаешься в себе, вот, например, людей замкнули в себе, да, там духовности фактически нет. Там обичи национальные там. Вот. Обичья, отчасти культура, но духовности, да, вот духовности этого нету. Потому что люди в себе замкнулись. Вот. Если мы будем замыкаться в себе, нас то же самое ожидает. Но слава Богу, я говорю, есть положительная тенденция. Давайте этим закончим, а то мне еще в школу надо идти. Спасибо за внимание. Давайте вот закончим.